Сюжет там есть? Сюжет? Да ладно, сюжет. Был бы бюджет. Контракт на любовь. Всем Оскара! Оскара! Премьера в воскресенье в 21:30. Смотри, Россия. Дети, обед. Главный по тарелочкам. Я. Одноразовые тарелочки? Чтоб посуду не мыть. Почему? Ну, типа моющее средство остается на посуде. АОС не остается, поэтому мы его и покупаем. АОС отлично отмывает жир и сам легко смывается водой. АОС. Для семьи я выбираю лучшее. Ежедневно в нашей стране затапливаются тысячи квартир. Основная причина – устаревшие материалы. Но теперь есть нить «Тангит-Унилок». «Тангит-Унилок» – уникальный и надежный способ для герметичного соединения труб. Нить «Тангит-Унилок» – это очень просто. Наматываем и соединяем. «Тангит-Унилок» – труба на замок. Качество «Хенкель». Даже после хорошей еды и напитков кислота из желудка может проникать в пищевод, создавая жжение. Быстрее, ребята! Когда изжога уже началась, нужно быстродействующее средство. Гивискон – суспензия, успокаивающая раздраженный пищевод после первого глотка. Гивискон создает защитный барьер, который удерживает кислотную среду в желудке и устраняет изжогу. Слышите? Гивискон – быстрое избавление от изжоги, которое вы чувствуете. Как мы выбираем достойное пиво? Мы видим. Осязаем. Легко открываем новую пробку. Ощущаем аромат. Чувствуем безупречный вкус. И мы понимаем, что выбор очевиден. «Балтика 7» в новой бутылке. «Балтика 7» – стремись к лучшему. Иметь старшего брата – здорово. А вот донашивать его вещи – не хочу и не буду. Бимакс 100 пятен всегда побеждает в войне с пятнами. Бимакс 100 пятен отстирает 100 пятен. Наши клиенты всегда готовы к постоянному росту. ВТБ. Возможности вашего роста. Теряете волосы? Пора принимать меры. Инновация от Schwarzkopf. Актив F против выпадения волос. Воздействует непосредственно на корни, увеличивая число волос в фазе роста. Убедитесь сами. Актив F. Важен каждый волос. Schwarzkopf. Опыт профессионалов для ваших волос. Новинка для вас! Биолан-бальзам! Биолан-бальзам защитит кожу нежных ручек, отмоет горы, горы посуды. И это за такие деньги! Биолан-бальзам! Во вторник, 13 мая. Ваше благородие, госпожа разлука. Песни, которую мы так хорошо знаем. Автор, о котором мы не знаем почти ничего. Он имеет смелость быть самим собой. Исаак Шварц. Композитор знаменитый и неизвестный. И тепло, которое вот есть в душе и в сердце Шварца, оно, конечно, переплавлялось вот в эти мелодии. Гениальный отшельник. Вечная музыка Шварца. В день рождения композитора. Премьера. Во вторник, 13 мая. Смотри, Россия.